Всем привет! И сегодня расскажу вам о новой стиральной машинке моей, какая называется Indesit Inex, и модель ее вот. Видеомодель. Машинка 1200 оборотов в минуту. Видим, от 1 до 7 килограммов ее загрузка. Сейчас стирка уже прошла. Вот. Ручка такая довольно-таки удобно. Барабан у нее узкий, то есть глубина ее небольшая. Вот видим, да? И 7 килограммов. Ну, сухо внутри после отжима. Сухо, хорошо. Уплотнение, все нормально. Такое, вроде ничего, русская сборка. Машинка неплохая, я бы сказал. Вот, имеет эта машинка 14 функций стирки. Вот видим, да? Регулятор у нее такой вот вращающийся. Видно время. Допустим, вот на 14 функции это у нас быстрая стирка. Быстрая стирка у нас вот на 14 функции 9 минут идет. То есть вода будет холодная, не греется, как я понимаю. И куча еще дополнительных функций. Грязные вещи и так далее. Вот Play Start. Такой вот симпатичный у нее дисплейчик. Если старая машинка была Samsung, она была у нас уже более 7 лет, по-моему. Вот, видим, что уже краска цвет поменяла, и барабан у нее другой был, и она была глубокая. Ну, неплохая такая, но в связи уже со временем она начала подглючивать. Смотрим по функциям. Функции. Угу. Вот видно функции, и видно, сколько она будет стирать, сколько градусов. И какая может быть максимальная загрузка при определенной функции. Вот. На данной стиральной машинке на момент покупки 3400 гривен. Вот. Ну, так как доллар гуляет, так что не знаю, переводить. Я вроде постараться еще продали нам ее. Были в других магазинах подороже именно эта модель. Ну, неплохая такая машинка, не буду мерять сейчас, искать ее глубину, ширину, высоту. Если вам будет интересно, найдете в интернете более подробно. Так что вот такой вот индезитик.